Завтра сегодня вопрос. Вот. Наша задача объединить надежду калининградского спорта, наших молодых спортсменов и ветеранов нашего спорта. Я хотел, конечно же, прежде всего поблагодарить наших гостей. Вот. У нас сегодня гости, в общем-то, со всей страны, из Сибири, с юга нашей Родины. Поэтому у нас сегодня сплав мастерства юного задора. Да? Мы, конечно же, желаем нашим молодым спортсменам научиться. Главная задача не победить, потому что победить, да, то есть мастеров спорта, призеров чемпионата Европы и мира будет достаточно трудно. Вот. И такая задача не стоит. А вот научиться запомнить на всю оставшуюся жизнь, вот те крупицы мастерства, которые я просил признать по мастер-классе, который у нас с утра, это вот очень важно. Чтобы каждый из вас получил какие-то уроки, это касается детей. А, естественно, по взрослым это в первую очередь удовольствие. Турниру быть открытым. Желаем всем удачи. Thank you.